Люди рождаются злыми? Или жизнь вынуждает их стать такими? Ты зеленая. Так и есть. Добро пожаловать в университет города Шис, мисс... Эльфаба. Вы будете жить с мисс Глиндой. Что популярно? А твоя часть комнаты вон там. По-твоему, это справедливо? Нет, мне обещали отдельные апартаменты. Но что уж поделать. Студенты, садитесь на свои места. Нынче в стране Оз очень редко встречаются волшебники, владеющие истинной магией. Просто поразительно. Это все сделала ты. Как тебе удалось? Я не знаю. Никогда не знаю. Милая, идем со мной. Бегу. Не ты. Она. Ты та, кого волшебник так давно ждал. Глинда? Фу, молчи. Это мои бабули. Ее бы отдать кому-то. Но я не настолько жестока. Привет. Привет. Хочешь пойти с нами? Только не говори, что тебе нечего надеть. Могу одолжить это? Something has changed within me. Ей плевать, кто что подумает. Something is not the same. Это ранит ее, но она держит лицо. Великий волшебник страны Оз приглашает меня в изумрудный город. Едем со мной. Что? К волшебнику. Нет, это твоя минута славы. Уговорила. Я Оз, великий и ужасный. Происходит что-то плохое. Лучший способ объединить народ – это дать им общего страшного врага. Вы просто обманщик. Потому мне нужна ты. Вы должны ее поймать, эту злую ведьму. Не бойся. Я не боюсь. Это волшебник должен бояться меня.